Здравствуйте, меня зовут Ли Цзиньзи. Я приехала в Россию из Тайваня и сейчас учусь в Кубанском государственном университете на филологическом факультете на третьем курсе. Здесь я учу русский язык, знакомлюсь с замечательными произведениями русской классической литературы и русской культуры. По словам выдающегося российского ученого, исследователя древнерусской литературы Дмитрия Сергеевича Лихачева, культура – это то, что превращает простое население в народ, нацию. У каждого народа есть свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. Так, тайванский народ любит петь. В его песнях отражается национальная картина мира. Песня, которую я бы хотела вам спеть, называется «Цветы в дождливую ночь». В ней поется о девушке, приехавшей из деревни в город, где она познакомилась с мужчиной, хотела выйти за него замуж, но он бросил ее. Девушка, оставшись в чужом городе без средств к существованию, оказалась на улице. В этой народной песне она сравнивается с цветком, погибшим в дождливой ночью. Тональность песни, грусти, печали, беспомощности, обида отражается тайваньские народные представления. Спасибо за внимание.